За такой спальный комплект постельный билет всего 990 рублей. Это цена за полутораспальный комплект. Номер лота 15244. Mm-hmm. И это не только Венецианский сад, это Венецианский сад и 100% хлопка. Это потрясающе. Ты знаешь, мне, во-первых, очень нравится, что это 100% хлопок в бязевом переплетении нити, абсолютно натуральный, дышащий, с великолепным рисунком. Ну и, конечно, мне приятно, что все по ГОСТу, все по стандарту у нас. Вы даже в полутораспальном комплекте можете не беспокоиться о том, что чего-то будет не хватать. Так, потому а что наш производитель честный, поэтому у нас производитель сразу все положил в комплект. Так, две наволочки размером 70 на 70. Есть. У нас они в комплекте есть. У нас с вами есть великолепный двусторонний пододеяльник. Абсолютная нежность, абсолютная роскошь, невероятно приятная на ощупь. Есть. Ну и самое главное, как я говорю, это просто такая вишенка на торте нашего комплекта. Простынь тон в тон. То есть ты будешь спать буквально в утопая в розах. Вы представляете, фантастика. И утопать в розах вы сегодня по цене от 990 рублей. Кстати, в сочетании вместе с нашими партнерами общая стоимость покупки будет менее 2000 рублей. Вот это превосходно. Три размера есть нашего комплекта постельного белья. Полутораспальный, двухспальный и евро. Превосходные размеры, универсальные. И еще раз хочется окунуться в мир 100% хлопка. Вот сейчас мы окунемся с тобой, сделаем это вместе и поговорим о том, сколько же стоят такие комплекты. Ну, давайте посмотрим, сколько может стоить комплект постельного белья и 100% хлопка в интернет-магазинах, где, в принципе, как правило, цены действительно достаточно привлекательны. Ну, потому что все-таки отсутствует арендная плата. Но, тем не менее, посмотри, что нам прилагают. 4000 минимум. 4500, достаточно интересное решение, ледяное такое. Вот комплект постельного белья на другом сайте, там, пожалуйста. Там такие узенькие наволочки, Марат, 50 на 70. Да. 4700, вот хороший, красивый комплект, согласен. Ну, за 8813. И опять же, смотрите, не универсальные наволочки, у нас же универсальные наволочки 70 на 70. И мы сейчас с Катюшей расскажем, в чем преимущество именно данной наволочки. Да мы не только расскажем, мы еще и покажем. Почему? Потому что у нас здесь есть хороший карман, с помощью которого мы можем вот так задрапировать даже наволочки на подушках размером 50 на 70. Это 100% натуральный хлопок. Мягчайший, нежнейший. Он обеспечивает эффект микромассажа, абсолютно гипоаллергенный, дарит абсолютно идеальное ощущение для нашей кожи. И это здоровье нашей семьи. Вот что важно, Марат, что мы, наконец, мы получаем возможность не просто делать покупки, а создавать свой идеальный, уютный дом, в котором будут только здоровые, замечательные дети. И у нас пришла, Катюш, важная информация из колл-центра. Mm-hmm. Понравился всем Венецианский сад в евроразмере. Он полностью закончился. Полутораспальный комплект остался уже в количестве менее 30 комплектов, поэтому все становится уже в ограничении. Я согласен, потому что, Катюш, мне так кажется, вот люди, вот наши обожаемые телепокупатели соскучились по натуральному хлопку. Конечно. Тем более, ты говорил, что именно натуральный хлопок, особенно вот из бязевом переплетения, очень полезен для жары, вот когда жаркая погода. Значит, смотри, именно у 100% хлопка есть важная функция, которую я вообще советую, прежде чем покупать текстиль, посмотрите, есть ли она. Так называемая терморегуляция, и в случае с жарким временем, а так как мы сегодня, как уже говорила, специально по вашим запросам предложили постельное белье для жаркого времени, которое перекочует в зимнее время. Итак, у него есть гигроскопичное. Что это такое? Мы все с вами живые люди. Мы все потеем. Естественно, наша кожа, помимо пота, выделяет огромное количество микробактерий, которые нам не нужны. Наша потрясающая история с хлопком все это впитывает и испаряет. То есть к нам, на тело ничего не возвращается. Это натуральные материалы. Недаром именно первая пеленка у ребенка даже в роддоме хлопковая из бязи, потому что абсолютно правильный материал, который дарит нам здоровье, который проверен веками, ярких красок не потеряет, потому что по ГОСТу и не требует сложного ухода. Превосходное решение. У нас полутораспальном размере осталось уже менее 20 комплектов. Евро закончился, семейный закончился. Цена от 990 рублей. Номер этого волшебного лота 15244. Давайте вспомним, смогли ли вы где-нибудь в каком-то магазине приобрести комплект постельного белья, в котором будет две наволочки 70 на 70, двухсторонний пододеяльник и простынка, выполненная в таком же гениальном розовом вот таком исполнении. Все это по цене менее 1000 рублей. Номер лота 15244. Цена, я напомню, от 990 рублей. Это был комплект постельного белья «Венецианский сад».